мы доехали до города Тифтон. В общем, здесь так интересно, пальмочки растут, розы цветут. И осенние деревья стоят все в листве, как вроде бы запоздалая осень. Автобусная станция, похоже. Пальмочки. Ну, я надеюсь, здесь теплее немножко, да, чем раньше даже. Мы сейчас откроем форточку. Не, ходят. Кофта. Холодно. Холодный воздух. Это же зима, милая. Не, на Гавайях такого нету. Там зима, не зима, там по Фаренгейту. 80 градусов по Фаренгейту. Ну так, хочу на Гавайи. Ты говоришь, если спуститься на Кей-Вест, там теплее? Right turn ahead, and then slight left turn onto SR-13 south. Я не вижу здесь Walmart'а никакого, здесь Чейз. Здесь, наверное, такое бизнеса. А так удобнее не проехать. Мы проехали там поворотик. И получается, что надо до 95 коса. Красиво они здесь сделали, да? Дорога такие дешевые. Новогоднее настроение, Крисмас. Там есть Walmart рядом с отелем, не знаешь? Может быть. Я бы салатик хотела бы. Суп есть у них? Да, только я не самый вкусный. Салатики, значит. Стоим, ждем, пока нам приготовят. Ну, здесь хоть нет очереди такой, как в Спокене, да? Какой фонтанчик красивый здесь. Next right, and then your destination is next ahead. Next right. Как называется? Next right. Вот, Red Roof. Вот это да. Вот, видишь? Чуть-чуть дальше или здесь? Да, вот, вот, next right. Вот, смотри, на доме написано Red Roof. Ты не туда поехал, мил. Правильный выбор. Да, да, ну ничего. Ошибка хочется, милый. Вот, Red Roof. Да, там через дорогу надо через кусты лезть теперь. Я сделал мое дело, как машина говорит. Через кусты будешь лезть. Ладно. Тихо, подожди, сейчас. Сейчас папа проедет через кусты, не просто пролезет. Видишь, ты один упертый у нас такой в семье. Ты сначала сделаешь это, как ты хочешь. Я увидел, там написано. Тебе три человека сказали. Next right. Next right. Ну что, миленький, ничего. Машина все стерпит. Не трамвай, а въедет. Все хорошо. Покатались туда, сюда, сюда, туда. Пальмочки посмотрели. Нам туда. Red. А, Red. Рф. Плюс рф. Так, хорошо. Ничего страшного. Рф. Рф. Смешной ты? Даже поливалки не продули, они поливают. Ага, друг морозяка стукнет. No track, видишь, нельзя тебе, no track паркинг. Ну вот такой отельчик сегодня у нас хороший должен быть. А здесь бассейн есть? Вон там, по-моему, есть. А, да, бассейн там есть. Но здесь очень холодно, не покупаешься. Ну, я имею в виду, для купания холодно. Так-то оно не холодно. Жить можно. Ну, пойдем, дочь. Сейчас там мусорка есть. Видите, бассейн. Только, конечно, мы не будем купаться. Вот нам еще завтра проехать часиков 6, и мы будем в Майами уже. Долгожданное Майами. Мне так хотелось тоже увидеть своими глазами Майами. Может, мы никогда уже не приедем сюда. А может быть, и приедем. Посмотрим. Но повидать своими глазами надо новые места. Да, милый?
Елочка нас встречает. А, вот, детки, сюда. Лизочка, вот мусорка. Так, вот эту водичку не выбрасывай. Вот эту бери с собой. Яблочную, да. А это выбрасывай, доченька, да. Все, пойдемте. Обязательно маски носить. Написано на дверях. Спасибо, сыночка. Сейчас я елочку сниму. У нас же скоро Рождество. Я не дал ей пройти. Едем на 5-й этаж. Взяли Чик-фил-э. Сейчас покажем, какая это еда. Папа у нас с Джорджией купил вот такой классный этот персиковый штат написано. Футболочку. Не, она симпатичная. Мне сначала не сильно понравилось, сейчас нравится. У меня тоже такая есть. Точно это... такая, да? Да. Машина. Машине осталось, да. Надо переодеться сзади. Ой, да, сзади. Завтра. У меня уже глаза за. У меня глаза за. Язык заплетается. Короче, вообще, да. У нас два номера сегодня. Давайте сначала один просто пойдем. Так как два номера вышло дешевле, чем один номер. Да, мы тебя сейчас А кушать хочешь? Не, не буду. Ну, бери сок, если что, с собой попьешь, да? Не, я не хочу. Ну, ладно. Тут у вас есть водичка? Детки, осторожно с зеркалом. Вот две кровати. Это Костя с Максом будут в этом номере, а мы с детками в другом. Телевизор, все такое есть. Я через пошел. Угу. Ну, давай. Куда пошел? Я еще посмотрю тот номер. Мне надо посмотреть его. Пошли. А ну, Макс. У вас есть карточка? Может, я выберу тот номер. Милый, проветри, чем-то духами пахнет какими-то. Да. Так. Включи свет. Да, я хочу этот номер. Зови их сюда. Чего это? А он пахнет лучше. Ой, он красивее. А. Давай. Так, в общем. И точно такой же второй номер. Больше света включим. Зеркало. Туалет с душем. Раковина здесь. Особо показывать нечего. Все очень такое стандартное. Холодильник, микроволновка. Шкафчики. Но главное, что не будет сухого воздуха у нас, потому что тепло. И очень неплохой вид из окна. 5-й этаж. Зеленые деревья. Салатики доставать. А, ранч. В общем, два вот таких салата взяли. На вид очень аппетитные. Держи рыч. И какие-то еще сэндвичи, да, мы взяли. В общем, сейчас покажу один из них. Вот такой вот вниз с беконом. Ага. Можешь покушать сэндвичи, если хочешь. 23-е. 23-е. Мы собрались, уезжаем из отеля в Джексонвилле. Это Джексонвилл, да? Наконец-то мы переоделись в футболки, и на улице тепло. Мы уезжаем. Короче, на 2 дня заказали квартиру, хорошую очень квартирку, все покажем. Правда, дорого. Сколько там за 2 дня вышло, Костя? 580. 580 долларов. По 300 долларов почти в сутки. Это с парковкой возле океана. Это очень дорого для нас лично. Но если по этим меркам, по их майамским, то нормальная цена. Угу. Красиво, как на Гавайях. Пальмочки. Это не Гавайи, это Джексонвилл. Муж предлагает сюда переехать, но не знаю. Вообще-то очень классно сейчас, да. Вечером было холодно. Ночью было очень холодно, а сейчас очень здорово. Пойдем, беги с папой. Птичечки поют. А, как хорошо. Как здесь хорошо, лето. Какая красота.
Видите, листики желтеют, у них осень. То есть у нас зима, у них только осень как бы начинается. Очень приятное такое состояние на улице, ощущение. Смотрите, да, фонтан. Красиво. Next left, and then the third exit должен of работать, the traffic circle. Так, кондиционер. Давай, я плясал на улице. In a quarter of a mile, right turn at the end of the road onto Cordova Street. Cordova Street. Вот как она показывает сейчас туда. Какая-то церковь. На православную похожа. Вот это баптистская церковь, я только что прочитала. Вот Baptist Church написано. Мила, ты можешь? А ты мог бы потом туда проехать, посмотреть, что там за церковь? Ну, мы сейчас кофе хотим купить. Деревья такие интересные. Висит что-то с них. О, автобус отдыхающий. Ага. Так надо покататься. На таких. Вот еще, наверное, какая-то церковь, скорее всего. Да. Right turn at the end of the road and then left turn. Sunday worship, да, тоже церковь. Здесь церквей хватает, но они сейчас закрыты, наверное, скорее всего, из-за карантина, но это магазинчики, да, рестораны. Мам, я бы хотела зайти в ресторан там покушать. Да, мы зайдем обязательно в какой-то ресторанчик. Купим еды. Улица такая еще. Тут тоже отдыхает, покинешь. Ну да, городок, где отдыхают. Посмотрим, если здесь внутри вообще можно садиться кушать. Может, только туго. А отдыхающих много. Вот если посмотреть, люди ходят по городу. Отдыхающих это Kinnan Hell. Наверное, отель. Hell. Hell это ад, да? Hell. Похоже, как на отель. Что, Лизочка? Сейчас на... Нет, сейчас надо. Нет. Ой, а он в нас прямо едет. Что-то. Нет? Нормально? Так, а вот это что за здание такое? Starbucks на углу. Это тоже все ресторанчики. Ой, там такой магазин интересный, я бы хотела туда зайти. Что, может, я занят тут сейчас? Ну, если, если найдем парковку, то да, надо... Похоже, здесь проблема с парковками конкретная, да? Где же здесь припарковаться? Left turn at the end of the road, and then right turn. Left turn ahead, and then left turn. Некуда припарковаться. And then left turn. Может, налево, что право, перевернуть. Направо? Какой-то очень тесный город, да? Понастраивали. Встать надо. Да. А вот после этой машины можно встать, нет?
Паркинг бай. Да, это только для инвалидов здесь. Направо на следующей улице. Ребята, привет, я один на улице. А вот парковки, это платные или не что-то? Не знаю, это отель, наверное, да? Там какой-то дяденька сидит. Left turn at the end of the road and then left turn. Ну, не знаю, сколько. Ну, не могут же они там 20 баксов. А, нет, это для тех, которые идут в бизнес. Ну, 20 баксов. Пошли, это для бизнеса, понимаешь? Не для тебя, ты отдыхаешь, турист. Руса-туриста, облика морали. Так, куда мы едем дальше? Направо. Ну, хоть посмотрим из машины, как люди живут. Похоже, далеко надо будет идти. А вот, да. Можешь тут припарковаться, если хочешь. Ну, это ты на парковку будешь, а надо было на улице. Да вот, 15 долларов. 15 долларов, и машина стоит как неприкаянная, никого рядом нет. Могут полезть сюда. А вот там вот что за парковка? Если мы тут припаркуемся и просто кофе возьмем, то давайте ехать. Припаркуемся и походим. Давайте просто кофе возьмем и все. Не, давайте этот, сейчас человек заплатим, да и походим. Так, заплатили 15 долларов за парковочку. И пойдем сейчас гулять по городу. Где-то в кафешку зайдем. Ну, мы же приехали гулять, так гулять. Будем прогуливать деньги, да? Да. Да, растения такие необычные, красивые. Мне здесь нравится. Очень красиво, интересно. Такая атмосфера отдыха. Люди ходят, гуляют, кафешки, рестораны. Мои не захотели брать еще кофе, потому что они сейчас хотят есть. Отдали мне это кофе. Говорят, пей, мама. Смотрите, здесь у меня над головой. Интересно, да? Вот 10 долларов парковка. Смотрите, змеи. А их можно что? Потрогать? Аляные червячки. Моя лапочка такая холющая, такой червячок хороший. Ты хороший. Ой, ты бозе мой. Ой, ой!